Так, рассмотрим шнекороторный снегоуборщик Mitsubishi 900 модели, 15-сильный, на гусеничном ходу, с электроприводом желобоотбрасывателя, с электростартером. Вот, расскажу немного о рычагах. Здесь располагается рычаг привода движения, рычаг включения шнекоротора. Этот рычаг отвечает за повышенные и пониженные передачи при движении вперед, соответственно, вниз при движении назад также повышенные и пониженные. Рычаг газа, рычаг управления желобом. Вот. Рычаг поворота. Сейчас запустим все это, покажу. Вот. Этот рычаг отвечает за подъем. Вот такое положение транспортировочное. Клавиша поворота желоба. Рычаг заслонки, ну и ключ стартера. Включи снег. Собственно, такой снегоуборщик.